Добрый день, дорогие мои зрители и подписчики. Сегодня с улицы веду свой блог. Сегодня у нас 29-е, по-моему. 10 дней назад у нас чуть ли не по колено снега было и мороз. Сейчас плюс 3, снега вообще нет. Сегодня у нас будет рубрика «Проверка временем товаров с Алиэкспресс». Хочу рассказать вот об этих часах. Часы на силиконовом ремешке. Я их потом ближе покажу. Уже год я их ношу, служат мне верой и правдой. Идут хорошо, только если батарейка, допустим, заряд кончился, новую купить и все. Стоили мне около $2, очень дешево. Пришли быстро, с доставкой домой даже на почту не ходила. Качество хорошее. Хочу сказать тем моим подписчикам, вот спрашивают, да как вы заказываете? Ой, страшно, думаю, заказать или не заказать, нечего даже думать. Все надежно. Там, если дается вот срок защиты 45 дней, 39, 60, если за этот срок, вот, например, за 55 дней не пришла посылка, открываете спор, деньги возвращают. Все, всегда надежно. Не то, заказала бы я, например, желтые, пришли красные часы. Тоже можно открыть спор и вернуть деньги. Продавец не то вам выслал. Так что все надежно. Так что еще кто боится, то не бойтесь. Все очень надежно. Я вам скажу, даже в наших интернет-магазинах вот это до $2 стоит сколько? 40. Около 40 и 40 гривен не стоит. Около 40 гривен, то в нашем интернет-магазине, например, я знаю, подороже миксер большой заказывала. Ну там за перевод денег берут обязательно, за доставку берут. Но если дорогой товар и я выбрала среди одинаковых дешевле, то ладно. А если такая вот дешевка, то за доставку заплатить и за перевод денег там на новой почте платишь, то совсем невыгодно. Еще вот есть мелкие товары, я бы хотела заказать, но вот эта доставка в наших магазинах и перевозка, доставка денег, перевод денег платить, доставка платить, все получается невыгодно. Так что еще раз скажу, это все очень надежно. Вот, вот эти часики, видите? Во-первых, как у меня уже зрение не очень, без очков мне видно все цифры, стрелки, все очень удобно. Вот. И я их ношу, не снимая. Еще что, сейчас в основном молодежь, что на мобильных смотрит время, а тут мобильный положила в сумку. Пока эту мобилку найдешь в сумке, а я привыкла к часам. Посмотрела все. Итак, на этом кончаю свое видео. Всего вам доброго. Удачных покупок на Алиэкспресс. Не бойтесь, смелее. Какие вопросы, спрашивайте, я все расскажу. Заходите на мой канал, подписывайтесь. И до новых встреч.